Привет всем! Сегодня с вами Лёша. И сегодня я покажу вам свой модернизированный Джольт и X1. На вид он остался таким же, но стал он в два раза мощнее. То есть он стал в два раза дальше стрелять. Ну, конечно, не в два раза дальше. Ну, метров на 5 стреляет дальше точно. Вот. Он так выглядит заряженным. Значит, ничего не изменилось. Вот, значит. Вот мой патрон обратно отлетел от рикошета. Значит, в чем заключается его сила? Значит, сейчас я вам покажу, как сделать такой пистолет. Значит, как он устроен? Значит, что нам надо сделать? Тут мы видим 4 болта. Их нам надо крутить. Так. Так, вот первый. Так, первый. Так, все, я откручиваю последний болт. Значит, Джольт сам мы отложим. Вот мы видим такую пружину. Он у меня модернизированный, я сейчас просто покажу вам. Значит, теперь тут мы видим еще один болт, и его тоже надо открутить. Значит, сейчас я уберу свою пружину. Значит, вот какой он внутри будет не модернизирован. В нем будет одна пружина. Значит, что вам надо сделать? Если у вас есть какой-нибудь такой дешевый, ненужный пневматический пистолет, вы можете даже купить специально. Вот как видите, я из него извлек пружину. И вот она. Значит, смотри, что я сделал. Сначала вот эту. И еще одна очень важная вещь. Пружина должна быть. Пружина должна входить в толстую пружину и должна налезать на затвор. Значит, сначала маленькую пружину мы надеваем на затвор и поверх большую пружину. И потом все закручиваем обратно. Ставим так. Это, конечно, не самый простой мод. Есть мод попроще, без всяких откручиваний. Значит, что вам надо делать? Надо просто на вот эту деталь накрутить резинку. Ну, я сейчас вам покажу, как это будет выглядеть сейчас. Значит, закручиваем тут деталь так. Вот. Готово. И обратно вставляем
наш Джоль. Значит, прижимаем и вкручиваем болты. Ай. Первую гайку тяжелее всего прикрутить, а потом уже все будет гораздо проще. Я практически прикрутил первую гайку. Давай, давай, давай. Да, все, я прикрутил первую гайку. Если вы это сделаете с двумя пружинами, вы поймете, как это тяжело. Когда вы закручиваете гайки, то у вас тогда, то вы готовы к стрельбе. Надо только вставить пулю и натянуть на себя затвор. Это, в принципе, все. А сейчас я вам покажу мод, который я хотел вам показать, с резинкой, с обычной. Сейчас мне только надо закрутить последнюю гайку. Так, сейчас посильнее. Так, значит, вот такой у нас джольт получится. Гораздо мощнее. Так, теперь второй мод с обычной банковской резинкой. Значит, мы натягиваем ее так, потом закручиваем так. Это все. Он будет стрелять, ну, честно, мне не кажется, что этот мод очень много дает. По-моему, очень, ну, по-моему, никак не изменится. Сила. Ну, вообще, может быть, там сантиметров на 30 это сделает. Но все-таки с двумя пружинами мод намного круче, я вам говорю. И рикошет намного дальше. Это все, что я хотел вам показать. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. До встречи. До следующих видео. Пока.